Всем привет! Как вы уже поняли, видео будет на тему автозагара. Я очень люблю смуглую кожу, поскольку на ней менее заметны все несовершенства, такие как покраснения, синячки, которые появляются в холодное время года, целлюлиты, растяжки намного-намного меньше заметны на смуглой коже. Вообще, загорелый человек, он смотрится худее и стройнее, чем он есть на самом деле. Намного лучше просматривается рельеф на теле. Мне нравится, как с моим цветом волос смотрится смуглая кожа, как на мне смотрится одежда. В общем, и так далее. Я сейчас абсолютно не пропагандирую загар, я говорю исключительно о своих предпочтениях, и я знаю, что с такими предпочтениями я далеко не одна. На улице уже почти зима, и от летнего загара практически ничего не осталось. И какие варианты остаются для любителей смуглой кожи? Это солярий, что очень и очень вредно. Это поездка куда-то в жаркие страны, что весьма затратно. И опять же, солнечный загар, он не супер полезный. И автозагар, самый бюджетный и безвредный вариант, на мой взгляд. Опять же, есть люди, которые в принципе не могут загореть, то есть их кожа краснеет, потом снова становится белой, и я знаю людей, которые действительно страдают по этой причине, и для них единственным способом получения этого желаемого бронзового оттенка кожи является как раз-таки искусственный загар. Раньше автозагары ложились на кожу пятнами и разводами, проявлялись таким неестественным рыжим цветом. Сейчас же в индустрии красоты появилась масса автобронзантов, которые дают максимально естественный результат. У многих зарубежных инстаблогеров и ютуб-блогеров я видела автозагар Love & Tan, австралийский автозагар. А мне, по крайней мере по фотографиям, очень нравилось, насколько естественно смотрится их загар. И судя по отзывам, он имел очень приятный запах, равномерно ложился и также равномерно сходил. Меня это, конечно, все заинтересовало, я решила им написать, предложить выслать мне продукцию на обзор, и они согласились, за что им большое спасибо. Итак, что я заказала? Первое — это автозагар Mousse Express в оттенке Dark. На сайте также есть обычные муссы, которые нужно держать по 7 часов, но я заказала вариант для лентяек, который нужно держать всего лишь 2 часа на коже. Вот такая варежка-аппликатор для нанесения автобронзирующего средства. Подходит для использования муссов, лосьонов и спреев. Она позволит более равномерно распределить продукт по коже, чтобы в дальнейшем избежать разводов и чтобы у вас не были рыжими ладони и пальцы. Также я заказала вот такой бронзовый шиммер лосьон. Это не автозагар, а скорее такой бронзовый хайлайтер для тела. Его можно наносить как финишное покрытие после проявления основного автозагара или же просто на смуглую кожу как основное средство. Он очень красиво смотрится на ключицах и зоне декольте и на ногах. Совершенно потрясающе будет смотреться с открытым платьем вечером. И у меня такой лосьон также в оттенке Dark. Вообще в линейке три цвета: Medium, Dark и Ultra Dark. У меня своя кожа достаточно смуглая, хотя это незаметно по большинству моих видео из-за высокой экспозиции, который приходится делать высокой, поскольку осенью на улице очень мрачно и пасмурно в течение всего дня. Так вот, поскольку моя кожа достаточно смуглая, я выбрала оттенок Dark, но для совсем светлых девочек, конечно, лучше Medium. Также мне прислали вот такую варежку для снятия автозагара, но на самом деле я ее не заказывала, поскольку считаю, что без нее вполне можно обойтись, но все равно спасибо Love & Tan, и выглядит она вот таким вот образом. И также в посылке была вот такая милейшая открыточка и австралийские шоколадки. Итак, что я могу сказать о продуктах? Запах действительно очень приятный и ненавязчивый. Загар ложится достаточно равномерно. Пока не могу сказать, насколько равномерно он сходит. Возможно, упомяну об этом в каких-нибудь своих следующих видео. И также мне очень понравилось, что в составе нет алкоголя и парабенов, и что продукт очень экономичный. Кстати, я как-то наткнулась на YouTube на видео 100 слоев автозагара. Ну, знаете, сейчас очень популярное видео такого плана, там 100 слоев туши, 100 слоев футболок, я не знаю, и так далее. В общем, они собирают огромное количество просмотров, и не в этом суть. В том видео девушка наносила 100 слоев как раз-таки автозагара Love & Tan.
Конечно, она его наносила не на все тело, а лишь на верхнюю часть, но даже если предположить, что этого флакончика хватит хотя бы на 50 использований, это уже офигеть как круто. В общем, я что-то затянула вступление. Главный смысл видео в том, чтобы рассказать вам об основных правилах нанесения автозагара, которые обеспечат вам получение равномерного, красивого тона, и показать вам конечный результат. Итак, перед нанесением автозагара необходимо очень хорошо проскрабировать тело и увлажнить его с помощью какого-нибудь лосьона или крема, в особенности такие участки, как стопы, локти и колени. Перед применением мы хорошо взбалтываем флакон и наносим с помощью варежки аппликатора, начиная с ног, круговыми движениями. На тыльную сторону стопы лучше продукт не наносить, а растушевать его кистью, не доходя до пальцев. И это же касается локтей, подколенных ямок и подмышек. Для шеи, лица и ушей также лучше использовать кисть для получения менее интенсивного оттенка и вместе с тем плавного перехода цвета. Вообще желательно использовать кисть кабуки, но у меня такой не было, поэтому я взяла другую. После нанесения автозагара надеваем темную свободную одежду, например, халат или футболку, и не активничаем в течение времени проявления автозагара. И вообще в эти часы нужно быть максимально аккуратным, чтобы вокруг ничего с собой не замарать. По истечении необходимого времени смываем автозагар в душе и довольствуемся результатом. Я дополнительно нанесла бронзовый шиммер, о котором говорила, но сейчас на видео на мне его нет, поскольку сегодня уже другой день, я его смыла. И на этом у меня все. Я очень надеюсь, что видео было для вас информативным и, возможно, вы почерпнули для себя что-то новое. Спасибо большое за просмотр и до встречи в новых видео.